Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Ну что, чтобы вам не было скучно, вот пошла у нас работа по пленным, значит. Вот активно начали сдаваться в плен. Вот сейчас ребята уже скинули ролик. 24 человека уже на одном направлении сдались в плен сегодня. Вот у нас уже пошли, как говорится, пленные ежедневно. Вот, эти два пленных были взяты нашими ребятами еще так позавчера вечером, да, вас утром, взяли? Утром. А позавчера утром, ну, они попробовали ахматовцев на вкус. Пошли к ним, и вот ребята из отряда питерского сработали, очень хорошо, молодец, как говорится, командир, который на этом опорнике у нас находится. Ну и вот эти черти, они у нас попали в плен. Вот я хочу вам их показать. Вот, когда мы говорим про чубатых, вот он, чубатый, видите, вот у него такая вот прическа такая. Очень хорошо, он подготовился к войне. Так, представься. Иван. Метраков Иван, 61-я разведка. Нет, число, месяц, год рождения. Метраков Иван Михайлович, 1994-03 августа. Августа. Откуда родом? Винницкая область. Винницкая область. Ой-ой-ой, Винник-пух, а? Так, 61-я бригада, правильно? Да. А что у тебя руки так дрожат-то? А? Чего ты так дрожишь? Страшно? Очень. Ой-ой-ой, идти людей убивать не страшно, а сейчас стоит, руки у него дрожат. Эх ты. Так, ну и как тебе ребята сработали? Ахмат сила. Я знаю, что она сила. А как они сработали? Отлично, очень отлично сработали. Ну, видишь как, они красавцы. Так, представься, Чепушила. Панченко Виталий Васильевич. Число месяц рождения. 13.02.88. Так, откуда родом? Город Винница. Винница? Тоже Винни-Пух, что ли? Ой-ой-ой, а? Рассказывай. 61-я бригада, разведка. Разведка 61-я бригада? А чё же вы не до разведали, а? Нам командиры довели, что никого нет, просто пройти зачистить. Ахмат не любит, когда к нему приходят, думая, что нас нету. Вообще не любит. А вот теперь вопрос. Почему вы, получается, у нас суд же, на вашей экшн-камере видно, как вы грузите гражданских людей на машину. Это что за мероприятие у вас там идет? Расскажите ко мне. Это пехота взяла в плен. Кого? Срочников. И три человека там были, пацаны гражданские. Как я понял, они кому-то в гости приехали или что? Сейчас на домах вы забираете людей. Наша задача была приехать. Угу. Собрать и перевести, передать ВСП, это военную службу полиции. Так я задаю вопрос. Гражданские люди, вот, мы не воюем с гражданскими людьми. Мы их не трогаем вообще. Я не знаю, задача просто перевести была. Я не знаю, кто их брал. Прям пехота нам передавала их. Угу. Короче говоря, вы хотя бы разведчики у нас, да? У нас разведчики? Как разведчики, но мы по своей специальности мы не работаем даже. Ну хорошо. Нас засылают. Короче, ладно, ну все, я понял. Теперь скажите мне, что бы вы порекомендовали своим ребятам? Не идите сюда, ребята. Идите сюда. То, что здесь легкая прогулка сафари, как соответствует действительно? Нет, здесь пацаны работают красиво, хорошо. Красиво, хорошо работают. Да, не идите сюда, пожалуйста. Не мешайте людям жить. Да людям. Сидите себе дома. Короче говоря. Давно вы на фронте? С апреля прошлого года. С апреля прошлого года. С марта прошлого года. С марта прошлого года. Кто из вас в Германии обучался? Я. В Германии обучался? Да, командир отделения типа. И? Ничего толкового тоже не научили. Вооружения никакого. Ничего не было. А ты у нас где обучался? Я в городе Десна, Черниговской области. Проходил базовую
военную подготовку. Угу. Ну и как подготовили? Не очень. Не очень? По совчерашним обстоятельствам то. Короче говоря, друзья, вы видите, вот это вот великая украинская армия, понимаете? Вот этих вот чмошников собрали со всей Украины и пытаются с ними сделать какую-то революцию, блин, захватить Россию, представляете? Вообще, ну, у нас куры с этого смеются. Жалко, вы их не слышите, потому что у нас курение. Ахмат сила, Россия мощь, Бог един, Аллаху акбар.